Привитос, амигос. Стою вот тут, думаю, стоит ли в канализацию соваться с 5 бутылками. Или юзнуть косточку возвращения, да слетать, сука, запасы-то пополнить. И вообще, в какую сторону хоть идти-то? Вроде в эту. А и откуда они взялись-то? Я что, не зачистил, что ли? Ну, этих, сука, демонов мы уже знаем, бля. Ах ты хрен ослиный, как я успел блок поставить? Вообще невероятно среагировал. Просто Капитан Америка. Щит вибраниум, блин, стероиды. Думаю, попытаюсь пока так, а если чё... Ну, если чё, будет монтажик. Ау. Знали бы вы, сколько всего приходится... Ну, не то, что вырезать. Охуенно вообще. Голум напал. Сейчас репалец меня откусит. С кольцом с моим, с голубым. Защиту повышающим. Ой, еще и собака подключилась. Сейчас, походу, не придется косточки-то возвращения юзать. Так телепортируют. А эти-то владеют, ёпта, секретами телепортации. Пошла в жопу псина неразумная. Вот тут, бля, место вообще в этой. Ненавижу этот, сука, нижний город. Сука, как крысы вонючие сзади, сбоку нападают, блядь, ножами кидаются. Отвратительное место, на самом деле. Есть такие вот, что в первом Dark Souls, что во втором, есть такие места, куда не хочется ходить, из-за которых, вот думаешь так, сидишь, ты думаешь, ой, не пройти ли игру еще разок? Вроде игра-то нормальная, а потом вспоминаешь, там есть вот это место, есть вот это место, и думаешь, не, да ну в жопу, нахрен надо. Так, опять поджигатели. Ну давайте. Кто первый-то? Кто тут смелый, покажись. Хотел ему сапогом в рыло дать. Сука, что-то выше ворот пробил. Киржаков, бля. Так. Из таких мест, вот из-за которых не хочется проходить эту игру второй раз, я лично отношу к ним из первой части канализацию, в которую сейчас я иду. Она мне ну очень, она унылая. Но, сука, до чего унылые руины Анор-Ландо, это вообще, это просто, они унылые и сложны, как, блядь, просто вообще нахер, сука, даже говорить ничего про них не хочу, потому что... Ну, просто жопа, вот эти бессмертные привидения, сука, сколько раз я там сдох, сколько раз, наверное, раз 50, наверное, ну, просто вообще. Но кто играл, тот соврать не даст, что руины Анор-Ландо отвратительное место. Наверное, самое отвратительное в этой игре. Хуже здесь ничего нет. Вот именно руины. Не новая Анор-Ландо. Тот нормальный, а... Тук-тук. И чё? Как пройти-то? Где вход-то в канализацию? Чё-то не врубаюсь. Должен был здесь быть, нет? А нахера я тогда вообще сюда пришел? А, ёб твою мать. О, боже. Вот это я вообще, конечно, да. Сюда нахрен не надо было идти. А зачем тогда этот тупик нужен с толпой поджигателей, если там вообще ничего нету? Что-то ни хрена не отдупляю. Я думал, что туда. Вот здесь босса убил, потом развернулся, пошел обратно. Сходил, всех убил. Не-не-не. Это вот это, наверное, ключ я получал от вот этой запертой двери, походу. Которая здесь была одна единственная. Ну, тогда можно было и за бутылками прогуляться, а то что с тремя отходить. Вот от этой. Ну да, вот падла. Но я думаю, что здесь, по-моему, где-то костер-то должен быть. Они тут тоже непонятно, как во второй части. То на каждом шагу костры, то вообще хер найдешь. Ну, здесь враги вроде бомжи обычные, так что... Так что можно исправиться, наверное, с тремя бутылками. Впадлу бегать лишний раз. Обленился что-то. А там он этот... Ну, почему в полете-то не ударил?
Там палач из Resident Evil 5, он стоит. Либо сейфоголовый из Evil Within. Либо из четвертой резьбы... А, из пятой резьбы... Нет, из четвертой, которая с бензопилой и в мешке на голове. Ну что-то, в общем, из этого. О, а ну-ка мы его сейчас... А. Походу, он место, где пройти, знает, да? Там и собака вон, улыбака. На, хрен там плавал. Придется сойтись в ратном поединке, видимо, сука, с тушей этой. Гребаной. Опа. Почему-то собака не сдохла с одного удара. Я думал, она всегда с одного подыхает. Ёб твою мать! Ну куда ты, блядь, прыгаешь? Ты куда ты, блядь, прыгаешь нахуй свои ворота? Ёб твой клоун, сука, вонючий. Охереть. Если цель захвачена, он не прыгает по указке. Он прыгает, куда ему, блядь, вздумается, я так понимаю. Вот сейчас был отличный удар. Пошла нахуй шавка, блядь, обоссанная. Блять, вообще. С подскоком удар. Карате, ёб твою мать, изучал, наверное. Мрази ж, блядь, ты, азизовский. А-та-та. А-та-та. Ай, блядь. Ну, конечно, ёбаный в рот. Ну, когда один удар остается, блядь, его хуй сделаешь. Dark Souls же, блядь. Сука, матч-реванш. О, кстати, человечность дали за кого-то. Обалдеть. Или у меня была с босса, наверное, выбита. Ну-ка посмотрим, могу ему отсюда хедшот прописать. Могу. Один, бля. Ну давай. Пень обоссанный, подходи, ёптать. Сейчас решим вопрос с тобой, ёма. Матч-реванш. Теперь у меня, сука, хилок до хера. Где он там носится-то? Он что, урон получает? А, стрела отравила его. О, работает, смотри-ка, отравление-то. Только, блядь, что-то за косые выстрелы непонятные. А это что? Пешку свою прислал на разборке. Так, надо собаку выманивать. Да, отравление в этой части какое-то хиленькое. Чё там, сундук-то не мимик хоть? Нет, вроде не мимик. Но... Собака дурная, что-то куда-то провалилась, походу. Увы, не безвозвратно. Ну чё, болезный, сука, давай. Разберемся. Ты и я. Опять бэкстап, ни хрена. Ну чё, отведал, говноед. Мешок, ёптать. Мешок говна, ё-моё. Чё за мешок-то? 6 брони, обалденно вообще. Ну и нахрен он нужен. Как прочитать в этой части про вещь что-нибудь? Я вот ни хрена не понимаю. Окровавленный мешок повара, мертвеца, людоеда, скрывающегося в глубинах. Два отверстия для глаз выреза небрежно. Неожиданно мягкий и удобный, но вряд ли... мягкий и удобный. Голова клыкастого кабана полностью покрыта броней. Убивший его взял голову в качестве доказательства победы. В свое время боги поступили также с головой древнего дракона. Как ни странно, может обеспечить приличную защиту. Видите, обратите внимание, что здесь в описании предмета все-таки указано, что Гвин, Нито и прочие, они боги. Они просто, как их там называли, большой уголь. И нахрена он мне?
Говорят, в описании было написано, что повар-то людоед, а я что-то вот не узнаю, с какого человека вот это мясо что-то. Если он людоед, то уж могли бы написать что-нибудь. А это что? Нет, там походу смерть. В эту темноту надо радужный камешек где-то достать. Так-то наугад что-то сыкотно. Ну. Да почему не убил-то, блядь? Почему не убил? Ёб твою мать, блядь! Убивал же с одного удара, ёб твою мать. Сука, пиздец, блядь. Собака радостно тут же и зажала. Охуенно, блядь, вообще. Сука, как с ней драться-то, блядь? Она так контратакует вообще умело просто. У него какая-то особая порода бойцовских суперсобак, блядь. Нахрен, бомжара, ты-то что тут делаешь вообще? Сюда? Там прохода вроде нету. Чё это? Да ладно, чё, еще один, что ли? Это чё, моб обычный, что ли? О, прикольно, да? Ну, со вторым всегда легче. По 1000 душ дают, между прочим. За тушку. Уже второй шеф-повар в местном кабаке. Так, ну он откуда-то должен был выйти. Я так понимаю, что там проход сзади. Тоже какой-то. А вдруг что лежит? Особо ценного додр... Кто это говорит? Ты что? Че за оборванец? Быть бы ему главным блюдом, съеденным заживо. Спасибо тебе огромное. Я Лаврентий. Берия, что ли? Лаврентий Палыч, мне от вас ничего не надо. Не надо. Спасибо, пожалуйста, до свидания. Что-то у нас Лаврентий какое-то имя-то непопулярное стало, странно. Интересно, с чего бы? Так, что тут, нихера больше нету, кроме Лаврентия. Угу. Хорошо. Значит, туда, что-то как-то он медленно бегает. Но здесь-то он бегает. Блять, что это за кусок дерьма, нахуй? Ну давай, давай, ваншотный меня. Пиздец какой-то, кусок говна. Ты посмотри, что сделал. Оттрахал меня. Между прочим, у меня, блин, шлем с этими, с зубами, блядь. Это что, ничего? Пофигу. И он что, еще идет меня, смотри, дуплить. Ёб твою мать. Что это такое-то? Да ты-то нахуй иди со своим факелом отсюда, лезешь. 27 урона, это чё вообще за бред? А, я понял. 20 урона, ёб твою мать. А, обычной стрелой. 11 урона. Достойно, блядь, достойно. И сколько за него? 100 душ. Вообще шедевр. Классно, вообще. Душа безымянного солдата. Кто-то он тут раком стоит, булками светит. Наверное, его тут нагнули хорошенько, ё-мо. И сколько тут... А, он с потолка упал, да? Я так понял. Темно тут, как в жопе. Ничего не видно. Осветление видоса тоже ничего не даст. Такой уж свет в этой игре. Если я выкручу гамму, все, что изменится, это черный цвет станет серым. Больше ничего.
Вон они, сука, сидят. Вон их сколько, ёпта. Да сдохни ты. Понятно. Так, а есть маза обойти их, интересно? Ну, очень долго с ними драться, потому что... Пиздец. Первого же, блядь, зафармил. Охуенно. Индюк ёбаный. Их там, блядь. Заперто. Отлично. А это что за херня еще? Царь-крыса, что ли? Ёбнуться можно. Я теперь прям не знаю, куда смотреть, блядь. Наверх, вниз, куда? Ну их прям пачками тут. О, большая секира вообще. Чё, не? Это не проход? Большая секира. Ну, наверное, да, у меня сил, наверное, нету, да, на эту большую секиру. Хули, 140 дамага. 14 веса. Пошла ты в жопу, большая секира. Так, а это что такое? Ага, брызги дерьма, понятно. Офигеть, тут сколько крыс. Человечность ни с одной не падает. О. Через щит, главное, отравляют. Ну, вообще классно. Вообще удар бога. По-моему, с крысы должна все-таки человечность падать. Она же живое существо, это считается. Крысы, собаки. Ключ от канализации. Это, наверное, от той двери, что сзади осталось. Вот эти крыски тут так подергиваются, как будто они сейчас собираются еще пару крысят наплодить. Стою на них, смотрю уже минуту, пока тут телефон зазвонил. Я вот думаю, вниз пойти. Или пойти. Черт. Или пойти проверить ключ от двери или нет. Я думаю, надо сначала дверь проверить, потому что мне кажется, что. Мне кажется, что я помню, но боюсь, что я не помню, но что где-то здесь костер был. А. А тут что, не спуститься, что ли? А, подождите. Вот вечно отвлекут, собьют с ритма. Сразу забываю, откуда пришел. Чего тут было? Вот, да? Ключ от канализации. Ага, костер. Блять, ну придется посидеть у костра. Ну, крысы резнутся, но если я сдохну, я хотя бы отсюда начну. А я, походу, сдохну в любом случае, потому что там мини-босс стоит. А с мини-боссами у меня только со второго раза почему-то получается. У
Во, ну крысы, ладно, крысы быстро убиваются. О, а мне сейчас странно, с полого выпала человечность. Это нормально? Может, надо было костер возжечь? Блять, а может, надо было уровень повысить? 14 тысяч душ, ёб твою мать. Все, сбегал, прокачался, все равно 4 тысячи душ осталось с собой, уже там надо по 5 на уровень, по 6. Что-то как-то странно, у меня уровень-то еще даже не 30, уже такие суммы нужны. По меркам второго ДС прям баснословные какие-то. О, здесь уже и туманчик. Ну, сейчас, походу, с меня человечность-то и снимут по бырику. Что такое? А, это опять этот плесун, что ли? Ёб твою мать. А чё крыса-то размером, блядь, со свинью? С нехреновую такую свинку причем. Что-то этот плесун-то быстро отъехал. Крысы-то помощнее были. Нормуль, болотце, болотце. Кстати, если я что-то не понял, если в начале игры говорится, что всех драконов убили. Блять, ёпта, испугался аж. Если всех драконов убили боги, какого хрена тогда я с ними воюю? Почему? Откуда тогда вот эта виверна на мосту сидит? Ну, виверна, наверное, не дракон, да? Но здесь-то босс точно дракон, он называется дракон. Какого хрена-то, если всех убили? Значит, не всех убили, может, половину. Может, меньше половины. Может, парочку драконов убили, да успокоились. Как бы, ну, драконы-то определенно не вымерли полностью. Интересно, тут где-нибудь-то есть хоть одна дверь секретная или что? Тут все эти проходы проверять затрахаешься, конечно. Куда собралась тварь? Сколько тут крыс? О, бля. Вот сука, карась. Ваншотнет, интересно, или нет? Может, если бы я мелких крыс не убивал, она была бы дружелюбной? Пошла ты, блядь, в жопу. Блядь. Вообще. Все, я понял. Понял свое место. Мое место у параши. Да мы и так в параше, это же канализация. Опять нихера не захватить цель. О! За душу безымянного солдата. Гребсти. Одно удовольствие. Да убери ты нахуй его с экрана в жопу отсюда. Да ее даже в таргет не взять, я не понимаю, в чем дело. А это посраки. А я не знаю, как с ней по-другому драться-то. Может, огненной стрелой попробовать? О, 40 дэмэджа. Главный герой еще где упал, там и встает. Нет бы хоть, блядь, откатывался в сторону, что ли. Нахер. Лучник из меня, блядь, тот еще. Ух. Так, где ядовитая эта стрела? Ядовитая стрела, блин. Одна стрела 100 душ, по-моему, стоит. Жесть вообще. Ну и цены.
Классный выстрел. Стрелами за 100 душ, блядь, промахиваться. А, в жопу насрать. Лишь бы человечность тут не оставить, этой твари. Куда он целится? Ну, совсем лох, что ли. Да, она не травится здесь. Я не знаю, захер тут вообще нужны эти отравительные стрелы. Пиздюк криворукий, блядь. Отлично вообще. Она еще и не поджигается нормально. Да пошла ты, блядь, нахер. Отличный удар мимо кассы, блядь. Ну, хоть добил ее в честном поединке. Так-то ее где-то здесь с балкона можно было расстрелять. Но это как-то вообще по-гейски. Я хоть полугейски ее убил. И с нее падает одна обосранная человечность. Ну, ёб твою мать. Что за спуск в какую-то вообще парашу? Тут что-нибудь есть? Хоть написал бы кто на полу чего-нибудь, что тут... Есть тут какая-нибудь секретка? Нету тут ни хрена. Уи, классно-то как. Блять. И где? Пизда-то. Куда улетел? О, это что за пучеглазое говно? Блевун какой-то, сука. Не знаю, что в этих наростах, может что-то есть. Может ни хрена нету. На всякий случай уничтожу. Блять. Как все тут запутано. Душа. А, эти твари, они ж проклятия накладывают. Окаменелость. И хрен его снимешь, по-моему. О, как мой кот прям лежит, когда обожрет, что ему пузо почесали. Жирный наглый засранец. Сколько тут трупов скорчившихся валяется. И у них никакого имущества. Только, блядь, их души. Дешевые. Большая душа. Отлично вообще. Я чуть не понял, а как он в полете окаменел и не упал? Что за бред? Ух ты, бля. Даже их тут сколько вообще? Проклятие ебучее. Погибли нахуй, ебаный в рот, блядь. Сука, дерьмо нахуй. Ну и теперь прикол наступает прикольнейший. Половину здоровья сразу меня конфисковали нахрен. За то, что от проклятия сдохнуть, сука, угораздило, блядь. Где мои души-то хоть лежат там, бля, 8 тысяч? Хоть здоровье прокачаю. Нужен какой-то камень очищения или помощь какого-то хмыря из нового Ландо. Не знаю, где взять камень очищения. Тем более до нового Ландо мне вообще... Как до Китая раком. А, заебись. Она не думает туда пролетать. А огненных бомб у меня... И нету, да? Ни одной. Отлично, блядь. Просто заебись. Я ж где-то здесь и помер. Да хер тебе, блядь.
Нет бы, когда он надувается, ему надо было попасть стрелой, он бы... Пизду, такие замахи. А он бы и сдох. Вот это было бы да. Пиздец, еблан, блядь. Ну почему удар-то не прошел? Я вот этого вообще не понимаю. Ну прям, по-моему, сквозь текстуру прям топор пролетел. И нахрен. Ок, смерти. И что оно дает, ок, смерти? Может, оно снимает это говно? Приманивает фантомов из других миров. Ну это мне сейчас надо, как, блядь, больше всего на свете просто. Приманить фантома из другого мира с половиной здоровья. А чё нет-то? Дам шанс пацану. У них атаки нет, что ли, кроме этого? Кроме пыли этой. Не пойму. Блять, джойстик, если цель не захватывает, то он стабилизирует камеру, или я не знаю, что делает. Но это полная жопа вообще. Ой, я ему башку отрубил, что ли, мне показалось. О, еще один, бля, мразь. Что-то не помню, когда я играл, чтобы я сталкивался с... чтобы я получал эти проклятия. Как-то мне повезло тогда, видимо, люто повезло. Сейчас мне охрененно не повезло. Да пошла ты. О. Чё, мне опустить-то, ёпта, ниже? Сколько у меня здоровья на удар-то хватит выдержать или выпить аптечку? Не пойму, блядь. Надо было сразу так вот осторожно начинать. А теперь-то чё, бля, пить боржом, если почки отвалились? Где души мои, блядь, остались просранные, я не понимаю. Я чё, так далеко забрел, что ли? Опять какого-то в полете заморозил. О! Нихера он какой прыгучий. Хрен барсучий. А, вон она где. Не-не-не, с меня хватит. Пошла ты в жопу. Если еще раз прокляну, что, мне четверть останется, что ли, понять не могу. Заебись. Они прыгают, я прыгаю. Все нормально. Лишь бы сзади говно какое-то не напало. Сука, сдохни. А я тут уже прошел. Этого синего в трусах уже видел, понятно. Ну что, еще кто-нибудь будет, не? Блять, вообще шедевр. Феноменальное говно. Проклятие, твою мать. Какое нахер проклятие? Они даже не колдуны, это отравление должно быть какое-то. Но обрыгали меня цементом. Это ж не проклятие. Пошел бы помылся. Кольцо какое-то, блядь. Поглощает здоровье павших врагов. Отлично. С половинкой шкалика здоровья самое то поглощать здоровье павших врагов. Супер. Спасибо. Сдох, блядь, в двух шагах от кольца, твою мать.
А здесь что было? Тупик, что ли? Да, блядь, я не знаю, что теперь делать. Читовать придется, походу. Что за... Или что, с боссом, блядь, до первого удара драться, что ли? Ой, жопотень, ёпты. А как в новое Анорландо пройти? Я же даже не знаю, где он. Сучий бред. Сейчас там никуда идти, блин. Я тут нету. Что-то ни хера не понимаю, где я заблудился. Я заблудился. Карты нет, ничего нет. О, вот тут я еще не был. Лишь бы с потолка ничего на бушку не плюхнулось. А вон оно сидит в одном месте, сука. Где она была? Вон она пульсирует. Вот тварь, блядь. Долго, нудно, но надежно. А что делать-то? Один раз на голову упадет, все, я, у меня уже жизни не хватит пережить это надругательство. А, крыси тоже залепить, что он там стоит, щерится, бля. Удар Тора. Че, вроде нормально все. Еще одна крыса, что ли? Дракон впереди, блять, радостная новость какая. Человечность из крысы, нихера себе. А мне казалось, что здесь где-то должен был сидеть торговец. Нет? У меня была надежда, что он, может, продает. Камень очищения. Но хрен, походу, плавал здесь, сука. Падла. Может, он здесь где-нибудь сидит? Блин, а чё, факела в этой игре нет, что ли? Сдолбало по этой темноте бегать. Камень очищения! Блядь, тяжелый арбалет. Нахрен он мне нужен. О, нет. Рекламная пауза, я манал. А, вот, вот этот торговец. Точно, я его мимо прошел. Давай, хрен рогатый, домнал из Зены. Выучить жест. Радость. Чему радоваться-то? Золотая смола. Хорошая вещь. Что-то не понял. Полностью кристаллизированный прямой меч. Каким образом было создано такое оружие, неизвестно. Кристаллизация повышает наносимый урон, но делает клинок хрупким. Таким мечом невозможно пользоваться долго, так как его нельзя починить. Стрелы всякие разные тут у него, значит, и шлем мудрого. Нахрен мне твои шмотки, упырь. Причем я что-то не вижу, где цену-то смотреть здесь? А, вон, 4000 душ.
Большой меч, прямой меч. Щит. Повышает защиту. Интересно. Но я сейчас все равно сдохну. Давай потрачу всю. Все души надо тратить. Видимо. Чувак, ты не знаешь, где? Где найти очищающий камень? Мэн. Решил, короче, с половиной здоровья к боссу все-таки не ходить. Юзнул кость возвращения, сбегал до торговца, потратил 6000 душ. 12 сразу потратил на будущее, взял себе еще один камень очищения. Че вот это такое? Уже второй раз у меня над головой это святая аура, блин, происходит. Не знаю, что он дает. Сейчас, короче, не буду юзать смолу электрическую, потому что босс меня убьет с вероятностью 150%. Как бы сейчас пока буду только тактику изучать, как с ним бороться, потому что, ну, а смола денег стоит, между прочим, и не всякий торговец ее продает. Кстати, у этого босса, наверное, лучшее появление за историю всех игр Dark Souls. Просто такой крокодильчик, кажется, да, вылез какой-то. Непонятно что. Ну, крокодил обычный, а потом херакс. Я такого крутого появления вот реально не видел больше ни в какой игре. Не, ну в играх видел, но именно вот в Dark Souls'ах не видел. Мне очень понравилось, когда я в первый раз особенно играл, вот вы просто врубитесь, да, какая хренотень. Как писали разработчики, это был обычный дракон, который очень любил пожрать. Он любил жрать и нажрал себе вот, ух, ёб твою мать, вот такое вот тельце, что у него все разворотило. Да, я его один раз уже стукнул. Осталось еще немножко ему. А, он застрял? Просто хер просышь, не вижу, что он там делает. Ой, нет! Срань ты такая, господня. Оп. Вот он ребрами застревает. Это я помню. Но он неповоротливый, конечно. Это первый дракон в этой игре, которого вообще можно убить. Которого встречаешь. Помню, что я ему хвост отрубил. И у меня вообще появилось хобби в этой игре, помню, всем хвосты рубить пытаться. Что, думал, что с каждого хвоста будет пушка падать. Ну вот у этого товарища падает, но я помню, что там дерьмо какое-то полное, что я его даже не использовал, то, что с него выбил. Не, это какая-то жалкая ящерица, я не знаю. Он слабее бабочки, по-моему. Блять. Да, не судьба хвост ему. Нет! О! Не судьба ему хвостик рубануть, походу. Босс такой немножко в стиле Resident Evil сделан. Уроборос такой. Заебал. Ну как он попал-то? Я же отошел. Ну отлично, блядь. Мне бы какой-нибудь, не знаю, меч подлиннее, что ли. Топор не достает ни хрена. Да, сука, падла. Е-е-е. Ну чё? Как без хвостика равновесие будешь держать? Да ладно, ему нассать на самом деле. С хвостиком, без хвостика. О нет. О нет. Нет. Он, по-моему, при крайне неудачном для игрока стечении обстоятельств может насмерть затоптать. Он, если вот тараном попадает, по-моему, он везет по полу до самой стены, блин. Здоровья просто не хватает столько проехать. Ну, короче, убивается он, блядь, как манда самая настоящая. Соблюдайте дистанцию, прыгайте вокруг него, как обезьяна, блядь. У него очень ограниченное число атак. Как мы видим, он нихера вообще попасть... Ну, попадает, конечно, но случайно. Зато здоровье у него, ну, просто самосвал. Я вот не знаю. Он очень живущий. Но после всяких там каменных драконов из второй части, этот, конечно, смешной. Где эта, блядь, херня? Ногой Сид врать не будет, драконы боятся электричества. Блять, вот я попал под лапу. О, сколько дамага он сразу получать стал. Электрофорез.
Удар хвостом. Вообще могучий, могучий. Обрубком своим. Купированным хвостиком своим. Блять, не получилось, не срослось. Оп, что такое? Ага. Ну, давай, что-нибудь делай. Разверстый. Интересно, что значит разверстый? Распаханный, я бы его назвал, блять. Но я не достаю этим своим, блять, топориком, ёптать. Им только, я не знаю, дрова рубить. Столько заточек на него потратил, он такое говно. Отруби ему палец, кинжал сделаем. Кинжал из пальца дракона, а чё? Почему только зубы, хвосты идут в ход? У него же много частей тела, все все должно рубиться. Плащ из крыла дракона, например. Вот это его смертельная атака, но под нее попасть, я не знаю, надо постараться. Главный герой уже его пинает, блядь, ногами, я смотрю. Быстро что-то упало, пропало зачарование, зачаровка оружия. Серьезно, минуту где-то молнии работали. Странно, что этот дракон не разучился летать, хотя он тусит в этой канализации, а здесь... Летать-то не особо. Не разлетаешься. Бедное, несчастное, уродское животное. Вообще интересно, что за дракон такой с шестью лапами? Каракатится, блин. Вот так и все. Свободен. Первый раз, когда я играл в эту игру, я, конечно, его долго убивал. От чумного города. Сколько тут городов-то вообще? Двойная человечность, какое-то говно. В первый раз, когда я его убивал, за меня тут был Соллер, молнии кидал, еще кто-то. Тут двух фантомов можно было компьютерных, а я играл в пиратку. Вот, это сейчас я тут на лицухе кайфую, хотя толку-то. Короче, с мобами, даже с союзниками я его очень долго убивал. Обычный шлем, прочный кожный доспех. Чё за нищеброд здесь помер? Чё это за чушь падает вообще? Прочный кожный доспех. Ну и посмотрите, ну весит почти на 3 единицы больше. А брони дает. Ну и брони на 3 единицы больше. Отлично вообще. Архи невыгодный кусок говна. Ну а оружие. Б-секира короля, сука, драконов. Которая требует 50 бицепса. 50 бицепса это вообще. А это сколько? Это 32 бицепса требует. Ну, блин, жесть. 50 бицепса. Ну это к концу игры только можно будет надеть это оружие. И то оно там будет уже не актуально. Вот такая вот борода с него выпала. Интересно, если я туда упаду, я куда? Гидре на голову нельзя плюхнуться? Какие-то надписи, кто тут что понаписал-то хоть? Получилось. У вас слава всему. Так вот, представляю, с драконом дерешься, думаешь, ну подсказку кто-то оставил, активируешь там. Получилось! Чё получилось? Так, а выход-то есть отсюда какой-нибудь быстрый? То есть тут вообще больше ничего нет, да? Такая арена здоровая, валяются какие-то нищие доспехи, вообще нелепые нахрен. Я не знаю, нету, наверное, ни одного человека в истории Dark Souls, который бы вот в этой броне проходил игру. Это комплект Пейта из второй части. Видимо, предок Пейта в этой главе в них здесь окочурился. У этого дракона. Встретил свою смерть. Ладно, в общем-то, босс убил, босса убил, канализацию прошел. На самом деле, вместе со всеми вырезками это было очень долго, пока за камнем ходил за этим. Это ужас какой-то. Dark Souls не так легко записывается, как хотелось бы. Приходится много чего делать за кадром. Успевает прилично уже надоесть эта игра к тому времени. Ёб твою мать. Короче... Ладно, на этом серию закончу, потому что вот это говно теперь убивать 2 часа, которое мне дорогу перегородило. Так что, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, и адьё.